стоять стиральная машина. То есть ванна и стиральная машина. Слив воды. То есть, как вы можете наблюдать, конструкция у меня стоит достаточно жестко. Но здесь она еще даже не закреплена, как вы видите. То есть, у меня стоит на одном креплении. Поэтому я вам сейчас подробно покажу и расскажу, как поднять канализационные трубы вверх и сделать ровный мягкий переход. Использовал уголки 2 раза по 45. И чтобы использовать более ровный мягкий переход, использовал 3 уголка по 45 градусов. Для начала...